Та-та-та-там. Тарс. Кто догадается, что за Тарс? Короче, я сейчас буду делать кубок. Вот напечатал такую историю. Значит, сейчас буду все это очищать, красить и пытаться соединить, чтобы был кубок красиво поставить на фон и потом сыну отдать. Сказать, ты победил в Brawl Stars всех. Ну а что? Для меня он самый лучший и главный победитель. Сынок, ты выигрываешь, и я смогу буквально воплотить мем в жизни и сказать, что ты реально выиграл кубок. Представляете? Батя сделал кубок для своего сына. А чё? А чё бы нет? В общем, я сейчас и для вас для фона, а потом и для сына сделаю кубок Brawl Stars. Попробую. Если тут не произошла какая-нибудь усадка жесткая, и все это можно будет собрать, потому что марамушта. В общем, сейчас разберемся. Ладно, ну по идее должно получиться. Печатал я на 3D принтере Kingrun, и дальше там какие-то буквы, цифры, ссылка на обзор в описании. Так, спустя где-то там сколько-то минут, и вот что готово. Все вот это вот, я прикинул, все вроде как даже устанавливается на свои места, и это будет круто, это будет классно. Если я еще смогу это обработать, и получится покрасить, и обратно это все соберется, будет вообще супер топ. Я даже еще один такой сделаю. Предварительно я слегка подкрасил, короче, загрунтовал какие-то элементы. Еще не знаю, буду с ними что-то делать или нет, просто тестово. Посмотрел по картинке, буковки и вот эти вот крылышки, они белые. Ну, у меня такой вот, типа, серый цвет есть. Основная вот эта штуковина, она черного цвета, я ее пока попшикал черным немножечко. Это у нас все равно все внутри будет, поэтому можно... Тут еще вопрос, как бы, оно уместится сюда или нет, может быть, придется потом что-то еще делать. Дальше буквы, вот они еще не до конца у меня засохли, и я там немножко подкосячил. Буквы красным, вот эти вот Stars. Stars красным, так, стол бы мне не сговнюкать, потому что он еще пачкается. И желтого у меня тоже не было. Зато был золотой, но баллончик. И вот то, что я сейчас попрыскал, золотой, ну, типа кубок, пусть будет вот такой. Теперь, задача какая? Это все дело собрать и посмотреть, нужно ли еще подкрасить где-то или нет. Ну вот так, если смотреть очень сильно издалека, в принципе, нормально, вот, даже с выключенным светом вообще отлично. Классная получится тема, но я решил все-таки немножко доработать все эти косяки, потому что это так баллончиком прыснул, а теперь сейчас у меня не достохла краска, и решил я все-таки подкрасить кисточкой, и должно получиться более-менее неплохо, сейчас попробуем. И вот после небольшой доработки я очень торопился, хотел сделать побыстрее, и это мне как бы стоило некоторых проблем, и... Вот что получилось, друзья мои. Мне очень нравится. Я не знаю, как вам, я знаю, что очень плохо получилось, но мне даже если очень плохо получилось, все равно очень нравится, потому что он выглядит круто, это очень крутая модель, крутой автор. Я оставлю ссылку на эту модель, у кого есть 3D принтер, чтобы вы могли тоже распечатать. Я думаю, у вас получится в 100 раз лучше, чем у меня, потому что вы и распечатаете, и обработаете, но я вот так чуть-чуть где-то подкрасил, еще нужно, наверное, но я думаю, что на фончике будет смотреться просто классно. Красный бы цвет поярче, но у меня вот этот вот кровавый был красный. Вот моих миниатюр, которыми там нужно всякие страшные штуки красить. А здесь вот такая история. Я ставил вот таким вот серым подставку, как будто она вообще круто смотрелась, даже когда она была просто серым, потому что как будто она из камня сделана. Очень классно. Дальше я нашел золотую краску, которая более желтая, и она здесь лучше подошла, потому что изначально желтая здесь звезда. Белым чуть-чуть покрасил, но белый у меня загустел, и поэтому он с такими неприятными, короче, выпуклостями. Вам камера, может, это сглаживает, но вот так, такие дела. И то же самое с красным. Что-то у меня с красками произошло, видимо, я как-то то ли на морозе, то ли не на морозе, то ли на жаре. Короче, они у меня поплыли как-то. Короче, краски у меня так себе стали. И вот эти буквы, видите, на них все эти шероховатости, их можно убрать, сгладить. Но мне захотелось сделать, собрать, мне уже не терпел. Я уже видел, какая классная штука может получиться, и захотел сделать. Эту покрасил черным. Вот такая вот история. Короче, прикольно. А, ну это вы видели. Да, докрасил, закрасил, убрал кое-какие косяки, кое-какие остались. Короче, мне
понравилось. Не знаю, как вам, напишите в комментариях, оцените, как вам такая штуковина. Хотели бы, может быть, я такую покрашу и вам разыграю когда-нибудь, не знаю. Если вы хорошо будете смотреть Brawl Stars, будет у меня настроение. Может быть, кому-то отправить. И сзади еще могу автограф свой авторский. Так, но понятно, что это авторство автора, который сделал эту штуковину. Но! Теперь кошка пришла вот ей. О, она говорит, фу, воняет, крески. Но теперь у меня, видите, зеленый пластик был, я им печатал. И я такой, пока это все краска сохла и так далее, я подумал, что а почему бы мне не оживить одного из бравлеров, которые попадаются. И если вам эта идея понравилась, тоже ставьте лайк и пишите в комментариях. Я сделаю серию роликов, в которых так оживляю бравлеров. Ищу модельки, распечатываю их и посмотрим, что с ними дальше делать. Я распечатал Леона. Один из тоже топовых бравлеров, который многим нравится, я знаю. Это Леон, который хамелеон. Я только понял, когда начал узнавать про персонажа, что он Леон. И он в костюме хамелеона. Леон хамелеон. Во, поняли как? Вот такая вот моделька распечаталась у меня пока на поддержках. Я не знаю, как я буду отделять. Сверху здесь вот более-менее. Но вы видите всю слоистость, какие-то вот эти вот элементы. Я попытаюсь, кстати, кое-что сейчас сделать для вас, показать. Но самое сложное — это отделить вот эти вот поддержки. Потому что они, сзади будет фигурка не такая гладкая, она будет вся шероховатая. Из-за того, что это вот все равно принтер не как бы приспособлен для этого. Но в каких-то моментах может, у меня получится. Главное, ничего бы ему не отломать, хотя я думаю, что я, как всегда, все испорчу. А, еще у меня вот здесь его капюшон, видите, так вот смялся немного. Короче, теперь меня ждет вот это вот все отколупливание. Так что давайте посмотрим, что получится после того, как я отколупаю его от поддержек. Ну да, я слишком толстые стенки или что-то такое сделал. Короче, он меня здесь напечатался хорошо, а сзади прям дико плохо. Вы прям видите, много слоев, много вот всего такого нехорошего. Короче, вот прям вот так. Но у многих так печатается. И, собственно, ну, для фигурки, которую можно поставить вот так, в принципе, нормально. А еще я сломал ему его леденец, чупа-чупс, что он там ест. Потому что я вот сейчас его поставил обратно, я думаю, что у меня отвалится он при следующей манипуляции. И не кроме этого я сломал еще что? Правильно, я сломал ему еще его хвост. Вот здесь у него был где-то хвост, я не знаю, видимо, как-то так. Как-то это держалось, я просто не представляю как, но хвост отдельно. Я его уже потом приклею, не приклею, посмотрим. Пока оставлю так, без хвоста, потому что я хочу немножечко, немножечко сгладить вот эти все штуковины. Вот, и у меня есть супер штука, которая может мне либо все испортить, либо помочь. Я на всякий случай не буду говорить прям, что я точно делаю, но я немножечко его попытаюсь сгладить в одной фигне, короче, в одной смеси, которую я тоже приобрел для типа печатников. Ну вот, хватит, кстати, хвост довольно гладкий, его, если что, можно будет потом, наверное, приклеить или нет. В общем, Леона пробую сейчас вот эту убрать, у него такую уж особо сильную, нет, ну как бы до конца она не уберется, это нужно дорабатывать напильником, да и вообще печатать изначально по-другому. Вот, но я пробую, тестирую и учусь, и что-то получается, что-то нет. Короче, сейчас затещу, попробую посмотреть. Запомните его вот сейчас таким. Вот даже хорошо, что в таком затемненном теме. Запомнили его сейчас вот таким. Сейчас верну его. Посмотрим, что будет после попытки его сгладить. Если нет, ну вот ролик про это. Еще откроем несколько бравлов здесь. Итак, после первой манипуляции моей спереди фигурка прям стала очень сильно круче. Смотрите, прям как магазины. Во-первых, она блестит. Это не мокрая, это она теперь глянцевая такая. Вот, она блестит. Сзади очень сильно убрались, кстати, эти полосы, но остались. Их нужно, конечно, убирать, сглаживать напильничком, но вот как-то так обрабатывать. Может быть, я попробую еще разочек его обработать на свой страх и риск, ведь я учусь тут вместе с вами как бы всему этому, и посмотрим, что получится. Но уже мне нравится процесс. Я чуть-чуть
осознаю эти истории все. Ну, если вдруг что не получится, ну, как бы, опять же, интереснее ролик будет, значит, я скажу. Вот, слишком много. Два раза его, типа, вот так вот подвергать таким манипуляциям нельзя. Сейчас пойду проверю еще разочек. После повторной манипуляции, сейчас я вам покажу, смотрите. Итак, еще больше сгладились эти все нюансы, но детализация начала падать, и у меня даже начало растворяться, по-моему, вот чупа-чупс вот этот, вот, видите, он как-то побелел. Вот, в общем, сзади ситуация чуть-чуть улучшилась, но, опять же, нужно убирать. Но в целом, вот убрать это, эти все нюансы, такие эти всякие штучки, я их пока буду оставлять на первых своих моделях, все равно буду так пока смотреть, пробовать разных. Вот, пока не буду дорабатывать, потому что это время много занимает, а мне интересно какие-то аспекты всякие другие, посмотреть, как взаимодействуют эти материалы все, как они воздействует, в общем, это очень сильный растворитель, и из-за него фигурка становится слегка резиновой, то есть если передержать в нем, то зато она перестала быть ломкой, но стала резиновой. Теперь, наверное, сюда хвост не подойдет, я даже не уверен, что приклеится. Вот, вы видите, насколько разные структуры этого хвоста, сейчас я вам покажу. Вот она, структура хвоста, она прям, видите, такая вот и ярче, и светлее, и вот вся в полосочку. Здесь мы полосочку почти не видим. Зато получилось как из пластилина, из пластики, не знаю, из чего-то вот такого вот интересного. Короче, прикольная, прикольная тема. Вот такой вот Леон получился. Насчет его покрасить или не покрасить, я не знаю. Но если хотите видеть крашеные фигурки, пока покрасите, то ставьте лайки. Вот, я с этим Леоном пока не знаю, что делать с хвостом и с покраской с его. В общем, мне понравилась сама моделька, она классная, тоже оставлю на нее ссылку. Тут она, видите, еще на звезде стоит. Вот, такой вот прикольный. Ее можно сделать, если у вас есть 3D-принтер разными размерами, как, в принципе, и эту штуковину. Но это я прям все детали сразу в один заход печатал. Если печатать по отдельности, то можно сделать гигантский этот кубок. Вот, и там гигантского этого Леона тоже можно сделать, Леона, хамелеона. Вот такие вот дела. И давайте, вы же за этим сюда пришли, на самом деле, распаковать несколько бравлов из пятерочки. Так, распакуем вот 5 бравлов в поисках той самой заветной пятерочки. Буду искать ее, если найду, то, конечно, раньше, чем это видео выпущу. Но вот эти 5 распакуем, посмотрим. Может быть, кого-то из них сделаю, если захотите, напишите лайки. Итак, открываем первого бравла, кто попадется. Может быть, если Леон попадется, будет символично, конечно. Так, это Пэм у нас попалась. Вот такой вот бравл. Может быть, ее сделать, но там, я думаю, сложно будет, сложновато моделька. Хотя, может быть, опять же, напишите, кого сделать, если хотите, чтобы увидеть кого-то из них. Так, дальше, следующий, второй. Это Шелли, да, если я не путаю, я пытаюсь их запомнить, не без подсказочки. Только с Джеки Джесси путаюсь. Шелли. Дальше, кто у нас попадется, давайте узнаем. И это Гейл. Гейл, давайте их соединять между собой. Вот. Так. Как же плохо они соединяются по сравнению со скрепышами. Это просто беда какая-то. Намного лучше скрепыши, потому что там пластик был. Вот. А вот, кстати, Феликсы и Вискосы, если вам попадались, то вы могли заметить, что у них пластик, это, то есть резина, более мягкая, и они очень хорошо соединяются. Так. Ну, давайте, пятерочка или Леон хотелось бы здесь выбить. Нет, здесь Ворон. Ворон. Выбил Ворона. Окей, хорошо. Ну, выбил. Ну, Ворон и Ворон. Легендарка даже, между прочим, по-моему. Ну, в это, именно в бравлах. Не знаю, как в бравлерах. Потому что бравлеры и бравлы, как оказалось, это разные. И последний на сегодня у нас персонаж. И там Пятерочка. Зеленый. Может быть, Леон хотя бы. Заодно сравним. Посмотрим. Ну. Нет, там Пэм еще одна. Ну ладно, повторки. Что же, распаковали поиск заветной пятерки. Мне прям хочется на камеру, конечно, открыть и найти пятерочку, но, видимо, в больших городах, ну, каких-то центральных, и даже в области, где я живу, их не завезли что-то, они, смотрю, где-то есть в области и так далее, но вот здесь пока мне на камеру не удалось. Вот такая вот у нас сегодня история. На фоне будет стоять теперь у меня красивый вот такой вот этот логотип Brawl Stars, кубок, а я начинаю новую тему,
или она не новая, или буду печатать, или не буду печатать. Ну, я думаю, надеюсь, что буду печатать вот этих вот чуваков, если вы поддержите лайками. На самом деле, я очень стеснялся бы вам показывать, как я крашу, потому что у меня с детства тремор рук, и там пишут, что руки трясутся, вот трясутся, да. Но решил показать. Вначале я покрасил вот так сверху, причем очень плохо краска ложится на вот этот пластик, его нужно, конечно, грунтовать. Я просто соблазнился тем, что он был весь уже зеленый, не нужно красить зеленые части тела его, ну, вот этого, одежды. Вначале я покрасил базовым цветом кожи, вот, который у меня был. Опять же, цвета я специально не подбирал из тех красок, которые были дома. Аккуратно постарался покрасить в несколько слоев ноги и лицо, чтобы было хотя бы немножко так нормально смотрелось. Потом перешел такой технической краской шорты, она расплывалась, размывалась, но в целом все равно получилось. Тут главное не торопиться, хотя я, конечно, торопился, как сами понимаете. Взял кисточку и видел, что шорты, они такие синим. Я решил разными цветами, оттенками синего, благо у меня их почему-то много, этих разных цветов, покрасить. Вот и голубым, например, можно было покрасить его, что это, карман. Я посмотрел на картинку, как выглядит бравлер. Кстати, я думаю, что неспроста они так просто выглядят, и такие у них примитивные, можно сказать, дизайны классные, чтобы их можно было легко повторить. Ну, а потом я уже вторым слоем начал подкрашивать, стараясь не залезть, хотя все равно залезал на различные грани. И самый сложный момент, я не записал, не поставил запись камеры на моменте, когда я красил его капюшон, эту полосу, потому что здесь нет никаких направляющих и полосок, пришлось на глаз. И опять же в несколько слоев это покрывать. Также не забыл про красный вот этот язык хамелеона, Леон-хамелеон, как будто его съел хамелеон, и вот этот вот язык, и отдельным цветом, типа сиреневым, розовым каким-то, и покрасил его чупа-чупс, и белым покрасил палочку, смотрел, опять же, на рендеры картинки официальных персонажей, чтобы немножечко походил. Понятное дело, что у меня не получится сделать похоже, но я старался как мог хотя бы приблизиться, и даже молнию подкрасил. Хотя можно было еще, наверное, какие-то элементы найти, нюансы и заметить и покрасить их, но я решил, лучше я подправлю что-то, где-то покрашу еще вторым слоем, и для моего первого опыта покраски 3D-модели я решил на этом примерно остановиться. Только еще не забыл про подставочку, она была у модели, ну, предположительно, покрашена желтым цветом, но у меня желтый, я все-таки нашел и использовал его на капюшон, а здесь, как вы понимаете, золотым, а крылья по бокам белым. Правда, белая краска загустела и очень плохо ложилась, но я все равно покрасил, как будто замазкой. Но сзади вы видите все косяки и нюансы, моменты, которые остались от самой модельки. Ну что же, примерно, предварительно готово. Дальше, наверное, не стоит заморачиваться. И так я довольно сильно лишние какие-то движения сделал. Смотрите, я приклеил все-таки хвост ему и покрасил. Да, друзья мои, подумал я и покрасил. Сказал вам пока, кого-то обманул, кто-то, наверное, перестал смотреть, но я решил покрасить и снять это не в отдельный ролик, а в этот. Я вижу, что где-то криво, кривая эта полоска, недостаточно деталей и так далее, но вы знаете, что я красить, я уже говорил, не особо умею, все вот это, тем более, что здесь нету направляющей. Вот такого, в принципе, я покрасил чувака, но я, опять же, останусь довольным, наверное, тем результатом, который у меня получился. В общем, благодаря 3D-принтеру, вот теперь у меня есть такой Леон. А давайте его сравним с Бравлом Леона. Ну-ка, мой коллекционный альбом, про который я также снимал видео. И открываем. Ищем Леон. Леон. Где Леон? Леон вот здесь. Берем, отлепляем и... Вот у нас Леон. И вот у нас Леон. Но, в принципе, знаете, даже немножко похож получился, согласитесь. Что-то в этом есть. Вот такой вот получился Леон. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы довольны тем, что я показал вам все-таки результат. Покрас и не поленился, покрасил его и поделился с вами. Вообще, я, конечно, красил в первую очередь для ребенка. Хочу сыну подарить эту фигурку. Надеюсь, он будет доволен. Вот. И надеюсь, вы тоже оцените сегодняшние мои поделки.
моего сегодняшнего Леона и Хамелеона. И распаковку еще. Смотрите, сколько контента сегодня было у нас. Вот такая. О, превьюшечка красивая будет. Леона. Сделал Леона и сделал вот это. Надеюсь, все будет здорово. Поддержите лайком. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Неугомонный. Вот решил добивать ровность линии и, короче, слишком сильно разбавил краску. Вот не зря, говорят, отличный враг хорошего, но мне Ваньку хочется хорошую фигурку подарить. Ладно.